spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре костюм «Антимоскит» от российского производителя Novatex. Он является модернизацией костюма «Антиклиш» и состоит из удлиненной куртки типа анорак и прямых брюк. Такая экипировка будет полезной для рыболовов и охотников, а также любителей отдыха на природе, так как надежно охраняет от укусов кровососущих насекомых. Давайте поближе его рассмотрим. Для пошива костюма используется современный двухслойный материал «Дуплекс». Сама ткань достаточно плотная, а специальная пропитка дает водоотталкивающий эффект. Куртка имеет неотстегивающийся капюшон без козырька. Для регулировки он снабжен двумя утяжками с пластиковыми кнопочными фиксаторами. Также капюшон снабжен противомоскитной сеткой на молнии. Она застегивается по всему периметру. Такая сетка предохраняет от проникновения насекомых к лицу и шее. Есть молния на 1/3 груди. Спереди находится несколько карманов. Первый – мелкий, предназначен для складывания москитной сетки, если она открыта. Если москитка застегнута, то в это отделение можно положить мобильный телефон. Второй карман более просторный и закрывается с помощью длинной полоски липучки. Также есть сквозной карман типа муфта, закрывающийся на молнию. Рукава оснащены эластичной трикотажной манжетой, которая плотно прилегает к запястью и предохраняет руки от укусов паразитов. Низ куртки можно затянуть резинкой и зафиксировать кнопочным фиксатором. Перейдем к брюкам. Их пояс имеет эластичную резинку и оснащен шлевками для ремня. Какие-либо пуговицы или молнии отсутствуют. Для удобства у брюк есть два боковых кармана. Они вместительные, но не застегиваемые. Низ брючины снабжен эластичной манжетой, которая плотно прилегает к голени и не дает насекомым пробраться к телу снизу штанов. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.